Всем привет, с вами Артём. В этом видео я расскажу вам, как можно активировать режим «Картинка в картинке» на любом iPhone, iPad или iPod Touch. Как всегда, разработчики из Apple зажали эту функцию для владельцев более новых устройств. Для всех старых iDevice с джейлбрейком на помощь придет расширение Pegas. Это дополнение активирует стандартный режим «Картинка в картинке», который будет работать в браузере Safari и тех приложениях, разработчики которых добавили такой функционал в свои программы. После начала воспроизведения ролика в правом нижнем углу вы увидите специальную кнопку. С ее помощью можно в одно нажатие открепить ролик от самого приложения и просматривать его поверх других программ. Не обращайте внимания на притормаживание и лаги, падение FPS вызвано тем, что я записываю скринкаст с экрана устройства. На самом деле видео воспроизводится плавно и без рывков. Открепленную картинку вы можете просматривать поверх других приложений, перемещать по экрану, масштабировать и выдвигать за границы дисплея. К сожалению, в таком случае видео не приостанавливается, а продолжает воспроизводиться. Картинка будет прилипать к краям экрана, так что разместить ее в любом месте, где захочется, не получится. Для того, чтобы вернуться к приложению, нажимаем на специальную кнопку, и у нас открывается программа, из которой мы открыли видео. Режим «Картинка в картинке» при реализации Apple имеет ряд недостатков. Во-первых, у него нет никаких настроек, а во-вторых, пользоваться им можно только в тех приложениях, разработчики которых добавили соответствующий функционал. Например, приложение YouTube, которое получило довольно спорный дизайн в последнем обновлении, к сожалению, до сих пор не обзавелось возможностью откреплять свои ролики. И здесь нам придет на помощь другое джейлбрейк-расширение под названием VideoPen. С его помощью можно откреплять видео практически в любом приложении, в том числе и в клиенте YouTube, и просматривать его поверх других программ или окон. Долгое время это дополнение не имело практически никаких параметров, однако ради конкуренции с режимом «Картинка в картинке» от iOS 9 Райан Петрич, разработчик дополнения, добавил несколько интересных опций. Как и ранее, Твик останавливает воспроизведение ролика, если выбросить окно вправо или влево за экран, и закрывает его, если выбросить его вверх. В последнем обновлении Твик обзавелся большим количеством параметров. Во-первых, вы можете назначить его запуск на любой жест или действие активатора, включить автоматическое открепление окна, открепление при двойном нажатии, а также отображение на окне с роликом любых кнопок. Есть кнопки с функцией управления роликом, перемоткой видео, возвратом к приложению, от которого откреплялся ролик, переходу в полноэкранный режим, либо закрытию окна. Окно с роликом в любой момент можно сделать полупрозрачным, чтобы просмотреть информацию за ним, а при помощи активатора вы сможете назначать любые действия на нажатие или удержание окна с роликом. Также можно отключить срабатывание твика в тех приложениях, где он не нужен. В целом VideoPen выглядит гораздо выигрышнее своего конкурента и стоит дешевле. Я давно приобрел этот твик, чего и вам советую. К сожалению, ни один твик, в том числе VideoPen, не позволяет просматривать два ролика одновременно. При начале воспроизведения второго первый устанавливается на паузу. Но это уже придирки. На этом все на сегодня. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на канал. С вами был Артём. Пока!